Смотрите, какие у нас классные кастрюли. Решили выйти посниматься. Алин, как дела? Да. Хорошо? Да. Снимаем челлендж. Все люди смотрят на нас. Думают, что это с ума сошли люди. Чё, как? Прикольно вообще. Сейчас люди увидят, вообще буду в шоке. Добрый день. Добрый день. Давайте быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Ой, как жарко. Добрый день. Здравствуйте. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. Cause tonight will make you right. Здравствуйте. Как у вас? Да я вот переквалифицировался немножко. Кастрюли продаем. Спасибо. Ребята, мы обратно с вами идем по нашим центральным улицам. Одна из наших самых центральных улиц. Да? Да, мы идем на улицу Улиханова. Че, Бибарс, как тебе? Ты поправь каску, че как лохопедный? Нормально, сделай каску себе. Наш знакомый. Он себя увидит. Да, ничего, нормально. Ничего, потихонечку. Ходим, блогеры мы. Да ну. Да? Подписывайся, давай, подпишись давай, давай сфоткаемся. Сегодня а себя увидишь, ты? Кстати. Фотка, привет, камера. Фотка, давай, давай. Подпишись на наш канал. Посмотрите. Да, этот, YouTube и Instagram есть. Instagram. Я иди. Подержи, пожалуйста. Хочешь? Давай я наберу. Ой, как жарко. Кастрюля. Ладно. Тимба, тирим без водопоем. Нижний пробел. Где у нас здесь? А вот оно. Как тебе? Не жарко? Что? А кастрюлями легко спать ночью? Не знаю. Но мне кажется, прикольно будет. А мне нет, потому что толстая, и жалко.
Угу. А это вот кастрюля или спать на улице? Пеки? Бутончик. А почему я бутончик? Я не бутончик. Ты бутончик. Ничего страшного. Ребята, мы целый, наверное, час, может быть, больше ходили, гуляли. С нашими. Классно, с нашими, да, кастрюлями на голове. Вот, доча даже устала. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!